России, лицей номер 15. В свой день рождения Маша выиграла муниципальный этап Всероссийской олимпиады по немецкому языку. Полюбила этот предмет еще в начальной школе. К победе шла несколько лет. Всегда была в призерах. Первое место заняла только в этом году. В 7 классе начался вообще, в принципе, этап школьный, муниципальный. И меня взяли, я прошла в школьном этапе на муниципальный, и дальше вот стала призером муниципальным. Как-то вот каждый год участвую в немецком и что-то добиваюсь, каких-то целей. Вместе с Машей награду за победу на муниципальном этапе получили еще 83 школьника. Число лучших выросло почти на десяток. Глава городского округа Дмитрий Волошин лично поздравил химкинских школьников, вручил победителям денежные сертификаты. Дети, которые сегодня учатся в наших школах, это наша платформа, это наш каркас, это те люди, на которые мы с вами, родители и педагоги, будем в будущем опираться в нашей жизни. И каждый ребенок для нас – это отдельная звезда. Среди школьников есть и двукратные призеры, а также победители по нескольким предметам. Например, Роман Смирнов, ученик лицея номер 17, стал лучшим сразу по 3 дисциплинам. Сейчас парень защищает честь химок на заключительном этапе олимпиады по обществознанию. Награду от главы округа получила мама школьника. Позвольте от лица родителей поблагодарить вас за то, что по достоинству оценили способности и таланты наших детей, за то, что лично нашли возможность поддержать и наградить победителей. Ваше признание высоких результатов – это очень хороший старт к будущему наших детей для новых побед, совершений, достижений. Денежные гранты победителям в химках вручают ежегодно. Такую поддержку талантливым ребятам оказывают далеко не во всех регионах Подмосковья. В этом году на заключительном этапе олимпиады химки представят 6 школьников.